Эти кинокадры возвращают нас к летней поре, когда на строительстве автотрассы работали 10 специализированных агрегатов. Целое автодорожное производство. Они составляют новый комплект машин для строительства автомобильных дорог. Система автоматики следит за тем, чтобы соблюдались все технические параметры на будущей автомагистрали. Ровность покрытия, радиусы и уклоны на поворотах с точностью до 3 мм. Километр первоклассной дороги шириной в 7,5 метров успевают проложить за смену новые машины. Почти в 10 раз быстрее существующей нормы. Серийный выпуск этого нового комплекта освоен на Брянском ордена Ленина заводе дорожных машин имени 50-летия Великого Октября. Валерий Петрович Тиханков руководит одной из лучших на предприятии бригад. В соревновании в честь 60-летия Октября коллектив занял первое место по заводу. Бригада Тиханкова осваивала первый образец новой техники. Ей поручена сборка и серийного комплекта машин для скоростного строительства цементно-бетонных дорог.